памятник Александру Сергеевичу Пушкину в Полтаве. Никто его не разрушает, никому он не мешает. Все нормально. Это специально для тех, кто говорит, что в Украине тут гоняние на русский язык, на русскую литературу. Привет Киселеву. Памятник, как видим, довольно ухоженный. Я вам не мешаю? Не. Это я могу удалить? Не-не.